Посылочка от Юли. Меня беспокоит, что здесь, вот, видимо, вот так вот было смято при транспортировке довольно-таки сильно. Коробочка такая простенькая, без каких-то бортов жесткости, поэтому не знаю. Так, это подарочек. О, какой большой подарочек, красивый. Отложу пока что. Ой, там уже даже что-то проросло, бедненькое. Огромная посылка. Огромная посылка. Юля. Как всегда. Так, ну, ничего не подписано, потому что это как бы лот такой оптовый. Ну, что-то красивое. Буду потом узнавать. Может быть, даже у Юли буду переспрашивать. Может, поможет. Это уже вторая посылка. Первая мне очень понравилась. Ну, это моя любимая Шавиана. Их много не бывает. Салфетки. Ой, вот. Какая красотка. Тоже не знаю, как называется. Ну вот. Что? Это Хавортия. Наверное, у меня такая есть. Похожая на какую-то лимифолию. Что-то с землей. Ой, это же красивая. Ой-ой-ой. Красивая. Забыла, как называется. Юля мне ее поменяла. Каланхоя у меня есть. Она мне вот это предложила. Ой, очень красивая. Там размножается такими кучками. Разрастается в разные стороны. Так, конвертик. О! Ага. Вот. Мне тоже не подписано. Это она мне что-то положила из дорогого. Потом посмотрю, как мы с ней переписывались. Какая-то красивая штучка. Ой, или вот это. Ой, какие красивенькие. Доходит прекрасно. Все, в прошлый раз получила, было уже практически все с корешками. Потому что там была жара, она не торопилась отправлять. У меня уже такая есть. Не знаю, кто это, до сих пор не выяснила. Они мне сами по себе нравятся. И без названий смогу справиться. Вот такая красивая. О, это красула, по-моему, Money Maker. Красиво окрашена, розовенькая. У меня тоже такая есть. Но она у меня одна, кустиком растет. Будет, если что, будут подружки. Ой, а это варигатная, это афро портулакария. Эти тоже мне нравятся, а то она мясистая. Ой, вот этот классный крестовник, который вот такой вытянутый. У меня есть круглый, а вот такого вытянутого нет. Очень рада. Посажу их, возможно, в один горшочек. И пусть они там потихонечку растут и свисают. Ой, милашка, это седум Нусбаумера. У меня такой есть. Сейчас еще пока что красиво окрашенный, желтенький. Ну, этот маленький. Придет время, тоже подрастет, окрасится. Так. Ой.
Это не знаю, кто это. Но... Вообще не знаю, кто это. Кто-то волосатенький. Если бы не было волос, я бы подумала, что это традисканция. Возможно, какая-то волосатая традисканция. Не совсем суккулент, я думаю. Если традисканция, то совсем не суккулент. Ой, какая красота. Люблю вот такие пухлые, толстенькие. Вот этот пару нижних листочков уже сдулись. Но вот это прям у меня такой нет. Красивая. Так. Вот эта вот такая у меня тоже есть уже. Ну, будет две. Или три. Не удержалась, листочек оторвала. Так. Ой, такой у меня тоже есть. Даже где-то записывала, как он называется. Ну, растет очень красиво. Вот эти окрашиваются кончики. Замечательно у него. Так, это. Ой, это что-то с землей. Что-то с землей. Вот Юлечка никогда не жадничает. Договариваемся только на голову. Она обязательно что-нибудь выдернет и положит с корешками. Вот эту я хотела, просила у нее. Она нашла вот и поделилась со мной. Спасибо. Ну-ка. Ой. Какая-то маленькая штучка. Ой. Ой, я не знаю, похоже на ионию. Такие мягкие листочки. Мягкие. Такие. Опушенные слегка. Ну, не знаю, какой-то темненький. Мне кажется, ионию все-таки. Слишком пушистенькие и тоненькие листочки. Ух ты! Ой, какая красотуля! Это что-то такое прям. Интересное. Листочки немножко в другую сторону отогнуты. Буду выяснять название, потому что знаю только простые, часто попадающиеся, распространенные, или те, которые у меня есть. А вот такие вот, которых у меня нет, я не знаю. Но я всем рада. Они меня умиляют, такие прям. Ага, это тоже хавортия. У меня тоже такая есть, похоже на ладьевидную, да? Угу. Ну ничего, хавортия у меня тоже есть. Они меня тоже радуют, периодически цветут. Буду растить, ждать. Лето, когда они все окрасятся. К лету, может быть, и название узнаю. Ой, это алоечек. Вот. Это я тоже просила алоечек. Вот Юля мне положила алоэ тоже вместо какого-то каланхоя, который у меня есть. Ну, каланхои быстро растут. И у меня их уже достаточно большое количество. А вот алоэ у меня два. Ой. Это случайно, это трампет пинки, наверное. Ушки с этой стороны закручены.
тут и тут. Или это не Trumpet Pinky, а Trumpet Premium? Но в любом случае очень некрасивое, интересное растение. И такое голова такая крупная. Немножечко полежит, даст корешки. У меня есть, если Trumpet Premium, то у меня есть листочек. Из листочка уже детки растут. Но это, конечно, голова уже взрослая, большая. Ой, вот мне нравятся вот такие зеленые, потому что все в основном розовое, сиреневое, голубое. А вот таких вот зеленых иногда прям не хватает. И вот такой зеленый мне очень даже нравится. Наверное, это какой-то маленький. Мне кажется, еще прям половина. Ой, вот это красота. Вот это красота. Какая-то пушистость. Какая-то пушистая эхиверия. На ножках. Не знаю. Очень милая. Мелкая. Люблю мелкое. Люблю крупное и мелкое. Все люблю, очень красиво. Ворсинки прям переливаются. Камера, наверное, не передает. Вот здесь вот окрашивание. Красные точки. Прям уже даже представляю, как она до лета, до весны разрастется. Окрепнет, а летом будет окрашиваться. Ой, сколько еще? О, вот эту я просила. Значит, это агавоидная эхиверия. У меня записано, как она называется. Тоже немножко такая распространенная. Просто у меня есть обычные миранда. Обычные. У них только с тыльной стороны немножко розовеет. А кончики, самая иголочка только красненькая, все. А эти будут как будто обмакнуты в краску красную. Вот это я очень хотела. Тоже попросила ее, она вот мне за небольшую доплату положила. Вот это мои абажулечки. Вот эти вот все пухлячки, такие как пальчики Baby Finger, Pachyphytum aviferum, Burita sedum. Вот такие кругленькие мне прям нравятся. Так, если я не ошибаюсь, это еще где-то они будут. Марун. Тоже она мне очень нравится. Все ее хвалят, что она неприхотливая, не капризная, растет хорошо, радует. Ой, вот такая у меня тоже есть, укорененная. Ой. Укорененная. Вот у нее такой темный цвет. Ничего у нее, по-моему, не краснеет, не розовеет. Налет. Выглядит очень так элегантно, достойно. Такая темненькая. Посылка огромная. Столько разнообразия. Некоторые у меня есть, но они тоже есть без названий. Я люблю их за их неповторимую красоту. Что они все такие разные, индивидуальные. Общий подход я к ним знаю. Вот корешок даже уже появился в дороге. Общий подход я к ним знаю. Знаю, как посадить, какой грунт, как поливать, что делать зимой, что весной, летом, как они окрашиваются, наблюдаю. Подумала бы, что вот это одинаковые,
Возможно. У этого немножко как пошире листочки. Ну, не знаю, я бы подумала, что это одинаково. Были в разных сверточках. Ну, возможно, это для их же безопасности. Ой-ой-ой! Ой, что такое? Вот это удивление я выразила. Какая интересная штуковина. Просто космос. Обожаю такие космические инопланетянские формы. Просто. Просто-просто. Обязательно узнаю, кто это. Как ее зовут. И, наверное, она будет моей достопримечательностью. Белая такая, интересная, конечно. Ой, это что-то варигатное. У нее есть небольшие прожилки белые. Очень-очень симпатичная. Мили-мили. Ну, милашка, конечно. Листочки у нее немножко такие, как с небольшим ворсом, но таким буквально миллиметровым. Так, не знаю. Похоже на Седу Мадольфа. По первым ощущениям. И плюс то, что она была в коробочке, может быть, обесцветилась немножко. Может был более желтый. Ой, вот это вот прям тоже красивая. Листочки сложила, прям корона. Корона. Обожаю их разворачивать. Посылки обожаю, конечно. У меня было уже много посылок. Много я не снимала, потому что я даже не могла удержаться. Вот быстрее распаковать их всех. Посмотреть, что же там мне пришло. Такие очень люблю. С пальчиками, с разнообразным. Тут плохо держится листок. Наверное, все-таки придется снять. С налетом, пухляки. Очень мне нравится. Что мне не нравится? Я думаю, что это тоже Седу Мадольфа. Тоже зелененький. Ну, где это, блин? Не знаю. Посмотрю, когда укоренится. Еще маленький сверток нашла. Ой! Ой-ой-ой, это красула. Милая. Остановилась. У меня память кончилась. Так. Вот такой подарочек. Чья-то детка. Без понятия чья. Угадать по листочкам я не могу. Так. Ой, вижу. Ой. Какой-то. Вот. Тоже от листочка что-то. Немножко вытянулось с дороги. Ничего. Мы умеем отрезать верхнюю часть, называемую головой. Укоренять, когда она окрепнет. Я все эти процедуры сделаю. Вот это! Это красула! Я только вчера у одной интересной женщины на Ютубе видела эти красулы. И смотрела их даже на Авито. Цены у них, ну, возможно, мне так попалось, цены у них заоблачные. Вот написано: Эхиверия Лингуас с наступающим днем рождения. Да, мы с Юлей переписывались, я сказала, что у меня скоро день рождения, который был вчера. Я так хотела получить посылку прям в день рождения. Очень приятно. Лингуас — это, по-моему, который с бородавками будет. Вот. Хотела получить ко дню рождения. Ну, там, как всегда, почта. Там она где-то застряла на сортировочном центре на 3 дня. Вот такой прекрасный получился заказ.
столько много растений. Я их, наверное, потом пересчитаю, потому что тут сразу навскидку абсолютно я не могу определиться, сколько же красоты большой и маленькой, варигатной и подарок, что-то редкое. Ой, моя рука. Что-то вот такое редкое. Все буду изучать, сажать, ждать корешочки. Просто вагон счастья.